Рахман Рахим, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал в хадисе, что лучше всего мужчину знает его мать, а лучше матери его жена. Мама иногда жене говорит: хвала Аллаху, что сын начал молиться. Его или убили бы, или посадили бы. Постоянно в эпицентре событий, хранить я авантюрист, постоянно передряги. Постоянно выходил из воды сухим. Я утверждал, что это типа я по своей уловке, по своей мудрости, по своей смекалке, по своей шустрости. Но в душе я был уверен, что меня оберегает Аллах. Последняя тема, с которой я столкнулся, наша страна находится в зоне боевых действий. Выполняя боевую операцию в тылу врага, мы подрываемся на минах. Одна мина взрывается передо мной, другая за мной. Двоим оторвало ноги. Меня обожгло лицо, обожгло глаза. Я ничего не видел. И вот в этом состоянии один Аллах знает, что я общал. И родной брат, еще младший брат, добавил рядом со мной. Я не знал о себе думать, о нем думать. И вот в этот момент, молодой, хочу жить, не хочу умирать. И вот тут все началось. Какая-то невидимая сила, я не знаю, это был голос снутри, я не знаю, это голос был со стороны, я не знаю, это было наущение. Я не знаю, это была мысль, я не знаю, как это описать, начала мной управлять. И вот мы по этому управляемому маршруту, нарушая все законы физики, мы выходим на свою сторону и остаемся в живых. Вот теперь я утверждаю, что вот эта невидимая сила Аллах, хвала Аллаху, который меня всю жизнь оберегал от всего, еще вдобавок направил меня на правильный путь. Даже если всю дунью бросят к моим ногам, я не хочу возвращаться в прошлое. Я сейчас обрел спокойствие, а счастье заключается в спокойствии. Субханака Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейка.